Ура! Мы почти добрались до финала. Нам осталось совсем немного сделать финальную страницу, поздравить игрока с победой, пожелать ему удачи или просто поблагодарить за игру. И для этого нам необходимо написать функцию, которая будет выводить страницу с URL Dragons End и файл шаблона NTPL. Кто понял, как это делать, вы можете даже попробовать себя и сделать это самостоятельно, но тот, кто не уверен, делает вместе со мной. Итак, что нам нужно добавить? Нам нужно добавить еще одну функцию, которая будет называться, очевидно, End или EndGame, например, в которой будет всего лишь одна строка, которая будет возвращать то, что у нас прописано в темплейте с именем End. Я сделала копипаст, хотя, конечно, можно было и написать это все вручную. И теперь мы создаем опять новый файл. Называем его end.tpl. И сюда пишем «благодарю за игру», например, вот так. Ну, либо берем и делаем копипаст со страницы сайта. Проверяем. Делаем стоп and rerun, если не нажали до этого стоп. Заходим в окошко браузера, возвращаемся назад. Мне так удобнее, чтобы лишние окна не открывались. Видите, вот эти лишние окошки я все позакрываю. На всякий случай делаю перезапуск, хотя это не обязательно, и нажимаю «Да». Ну, давайте для разнообразия нажму «2». И у меня хороший дракон, мне понравилось, и я нажимаю, что не хочу больше играть. И вот, благодарим за игру. Все, я вас поздравляю, мы сделали веб-версию игры. Мы с вами увидимся в следующей части, в которой подведем краткие итоги. Желаю всем творческих успехов!